Отдых всей семьей может стать настоящим приключением, если знать, где интересно провести время. Ежегодный фестиваль «Бэйби Ралли» собрал родителей, бабушек и дедушек самых юных горожан. В этом году проводим в четвертый раз. Данное мероприятие семейной направленности, все-таки мы Family Company, Лев, поэтому семейные мероприятия, которые у нас проходят, они у нас в приоритете. Задача очень простая. Необходимо было оформить любое детское транспортное средство, приехать сюда на парад, получить подарки от наших замечательных партнеров, друзей и непосредственно получить массу удовольствия. Это досуговое мероприятие для отдыха всей семьи, потому что проходит в замечательном парке, свежий воздух, море эмоций, позитива, драйва. Такие праздники нужны для объединения, для сплочения семьи. Мамы и папы готовят вместе наряды, приходят со своими детками. Посмотрите, какие сегодня у нас веселые коляски здесь. Каждая коляска уникальна и индивидуальна. Желающих принять участие в шествии оказалось несколько десятков, и каждый из них проявил фантазию. Решили сделать из мультика «Змей Горыныч и три богатыря». Змей Горыныч, крылья, хвостик, все как из мультика. И, собственно, богатыри, три богатыря. У нас папа служил на Северном флоте, когда был в армии. Алые паруса, сейчас идет выпускные, заканчиваются выпускные, и везде у нас приветствуются алые паруса. Поэтому мы алые, команда алые паруса. Ура! Дети любят полицейских, пожарных. Сын выбрал, захотел такое, именно такое. Пришлось сделать. Мы очень любим активно отдыхать и любим такие веселые мероприятия. У меня образ принцессы на пони, я решила придумать этот образ, потому что я очень люблю пони. Костюм у нас куклы. Вообще хотели Микки Мауса, но посмотрели, что Микки Мауса очень много. Но ни одного Микки Мауса мы не увидели почему-то. Куклы, просто мы любим кукол, играем в куклы почему-то. И к самокату, вот эта кукла последняя, купили коробку и так и придумали. Помимо участников шествия, вовлеченными в программу фестиваля, оказались и все остальные посетители парка. Подарков, ярких эмоций и хорошего настроения хватило на всех –